Ежегодно в третье воскресенье июня в нашей стране празднуется День медицинского работника. В честь всех сотрудников здравоохранения в зале заседаний районной администрации организовали праздничный концерт. Мастерство и профессионализм всех работников сферы здравоохранения служит самой гуманной и самой ответственной миссии – заботе о жизни и здоровье. Заместитель главы района Марина Наумейко обратилась к медработникам со словами поздравлений. Счастье, обязательно здоровье, понимающих пациентов, добрых пациентов. И чтобы, безусловно, ваше материальное благополучие оно всегда по достоинству оценивалось на должном уровне. Вы когда-то выбрали очень правильную и достойную профессию. И справляетесь с этим очень достойно и благородно. Удачи вам с праздником! Цветы, грамоты и благодарственные письма вручили медицинским работникам Северского района. Но самым ярким признанием их заслуг стали дружные аплодисменты, которыми встречали каждого награждаемого. Благородный труд медиков, сопряженный с огромной ответственностью, пользуется заслуженным уважением и почетом среди людей.